Ну вот, здесь вот библиотеки имени Мандельштама, мы репетируем. Вы уже здесь, да? Хорошо. О, с мамой даже. Игорь Неупокоев – режиссер и создатель театра простодушных, который существует с 1999 года. За это время актерами сыграно множество спектаклей. Неутоленным! На спектакли актеров с синдромом Дауна часто приходят и молодые артисты из других театров. Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда тебе идти, солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе, на перекресток двух дорог. Пошел солдат в широком поле, травой заросший бугорок. Стоит солдат, словно ковья, застряли в горле у него. Сказал солдат, ну, встречай Прасковья, героя мужа своего. Готов для гостя угощение, на крови себе широкий стол. Свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответит, никто его не примечал. Только теплый летний ветер траву могилую качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я быть за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И солдат из медной кружки, и нос с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд, а на груди его светилась медаль за год от Будапешт. А на груди его светилась медаль за год от Будапешт.